Лекция на тему принятое снаряжение агента ФБР SWAT Team. Команда ФБР SWAT использует различного вида оружия, которое обычно активно используется в большинстве других правоохранительных и контртеррористических службах и спецподразделениях. Ниже приводятся некоторые из основного вооружения ФБР SWAT. Пистолеты М1911А1, ГЛОК-22, пистолеты-пулеметы HK-MP5 или MP10, UMP-45 или UMP-9, дробовики Remington 870 или Benelli M4, штурмовые винтовки HK-416, SCAR-H, SCAR-L, M4A1, снайперские винтовки Remington R700, снаряжение ПНВ, это прибор ночного видения, тепловизор, дымовые, светозвуковые, газовые, осколочные гранаты, прибор бесшумной стрельбы, это глушители, тактический фонарь, электрошоковое оружие, тяжелый бронежилет третьего класса 0101.04 по стандарту НАТО, каска Митч 2001, Митч 2000, Спектра, Хелмет. Вот. На этом лекция окончена. Вопросы есть какие-либо по лекции? Нет. Отлично.